Урсула фон дер Ляйен показала очень плохую работу на посту главы Европейской комиссии. При ней Европа потеряла сплоченность, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сиярто. Об этом сообщает газета РУ. Голосовать за главу Еврокомиссии депутаты Европарламента будут 18 июля, после того, как Урсула фон дер Ляйен выступит перед ними со своей программой на ближайшие 5 лет. Затем депутаты обсудят кандидатуру. Сиярто подчеркнул, что любые выборы должны основываться на достижениях и результатах. По его словам, после прихода к власти фон дер Ляйен Европа стала гораздо менее конкурентоспособной, чем раньше, менее сплоченной и миролюбивой. Венгерский дипломат заявил, что нет никаких причин, по которым можно было бы переизбрать фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии.